Всем привет. Сегодня мы в гараже. Вон тут какая ТЛТ-100 пожарная. С этой херней, блядь, сзади. Окучник. Ебаный в рот. Бегу. Вот ЛТ-100 тут, вон, блядь, все работает, кнопочки, блядь. Ёпта, мать, душу в рот. Гусянки, болотник. Тракторок. ЗИЛ-130. Один, да, буханок. Ничего мне не надо. Всем добрый день, сегодня... У нас сейчас суббота, наверное, 16 июня. Так, сегодня у меня выходной. Так, какие у меня были новости-то за это время, пока не снимал. В общем, ездил много на УАЗике. УАЗик до этого как-то троил, пердел. Сейчас вроде более, ну ничего, так работает. Внешность я ему не делал. Пока времени нету. Но ездить сейчас хорошо. Карбюратор, правда, надо. Либо почистить хорошо. Вроде я его чистил, но провал какой-то на холодную, чуть нагретый. Когда так хорошо работает. Сейчас, в общем, делаю плановый ремонт оки, меняю подшипники, буду менять шаровые опоры. Ну, шаровая вроде тут нормально, с той стороны хуёво, тут нормальная шаровая, даже можно новое сказать. Может, тут-то и не буду менять, но куплено новое. Рулевая рейка, наконечники все новые. Подварю, то тут вон щель какая, болезнь, видать, у них. В общем, ходовку делать буду. А там что еще? Притащил трактор. Разобрал трактор, в общем, притащил по запчастям сюда. Он был не на совсем за недорого, в общем, купил трактор ДТ-шку. 75 бульдозер. Разобрал ее, чтобы привезти. Она, в общем, не ездила. Привезти не на чем было. Пришлось мне ее разобрать. В общем, украли пол гусеницы у меня, там, пока она стояла. И мне ее пришлось по-бырому разбирать по запчастям и перетащить. Но она как бы целая у меня. Я подумал, все равно ее чинить, разбирать. И разобрал, привез. Вот эти на КамАЗе привез, на манипуляторе. Привезли. В кабине стекла все есть. Все запчасти есть. Вон даже запасные запчасти есть. Каретки, редуктор. Эти гусеницы мне дали. Запасные. Колокол, тяги. Даже звезды еще есть запасные. Бампера тут хуя, дверь. А ленивец у меня еще украли, вот эту пружину. Ленивец, пружины теперь у меня нету, тяга сама есть, а пружины нету. Шлангов хуево гора. Кун-кун.
Вот стекла. Но этот трактор мне как бы хотелось бы мне гусь этот болотник, а этот простой ход. Гусянки особо, ну, мало выработки, в общем. Ну, стерто по бетону ездила. Это не до основания, но вот такой типа протектор. По бетону ездила, в общем. Купил я его, в общем, за недорого. Даже можно сказать. Ну да, примерно по цене металлолома. Хотелось бы мне болотник, а так он мне интересен и как запчасти, в принципе. Да, если и на металл его сдать потом, в общем-то, я ничего не потеряю. Ну, то есть, деньги, они как бы сохранятся, что на что я его потратил. Нож. Можно даже забодать. Но так я его буду восстанавливать. По крайней мере, пока не будет возможность приобрести болотник. Или приобрету другой этот на запчасти будет. Этот подготовлен к лесу, но он в лесу периодически трудился. Но он на ходу. Он сам приехал на место стоянки своей. И там пока стоял, его по чуть-чуть разокомплектовали. Я его уже почистил. Помыл. Видяшка есть, но я, правда, не выкладывал. Посмотрел дома, там хуета какая-то. С лесом отвели, заклеймили, только теперь надо документы сделать. Один ряд я проебал, человек не выдержал. В общем, оформился у другого, как бы так сказать. Ну, как бы я человека понимаю, это что-то все долго в этот раз как-то с этим лесом. Ну что, будем сейчас чинить акулю, рулевую рейку. Я, в общем, поменял уже вчера после работы. Наебался, правда, но поменял. Сейчас прикручу ее и буду дальше подшипники менять, хуипники. Ну ладно, продолжим. Села батарейка. В общем, я заварил, аку поменял, эти, как их, блять, зовут-то, шаровые опоры, подшипники. Все, теперь ничего не болтается.
видно, не? Так я поднасрал. Все, теперь нормально. Это было, блядь, болталось вот так нахуй. Теперь заднее еще надо. Оба задних подшипника. Завтра у нас учения, наверное, будут. Тут у меня учение пожаротушения. Че, наверное, на этом все. Может, еще что интересное будет, так засниму. Проверяю машину. Машина едет изумительно, тихонечко. Теперь ничего не скрипит, кроме закрывашек на дверях. Глушитель подсекал. Руль ровно. Раньше болтался так. Тут. Доеду домой.